Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр. И я хочу рассказать вам сегодня о коляске, о которой я уже вам рассказывал, если не ошибаюсь, 16 или 17 год, или даже 15, я, честно говоря, забыл. Коляска от компании Mima, это Испания. Моделька называется конкретно это Xari 4G. Не Хари, как многие звонят и спрашивают, есть ли у вас Mima Хари. Нет, Xari 4G. Вот, я уже делал обзор на ее там одну из первых версий. Коляска поменялась, но не сильно, но поменялась. Поэтому я и делаю этот обзор, как бы обновляю его, чтобы вы текущую версию актуальную могли посмотреть, что она из себя сейчас представляет. Сейчас у нас август 22 года, поэтому имейте в виду, вот когда вы будете смотреть, я не знаю. Ну, вот такая она на текущий момент. Комплектация 2 в одном, она просто другой не бывает, потому что она как матрешка, одно из другого достается, это вы увидите. Вот, и начнем с люльки изучать. Но перед этим давайте немножечко технические характеристики, куда без этого. Производитель у нас дает гарантию 1 год. С люлькой коляска весит у нас 11,7 кг. С прогулочным блоком, чуть позже вы его увидите, весит 13,4 кг. Ну, естественно, с рождения до 3-4 лет. И хочу заметить, ширина колесной базы здесь прям по самую вот крайнюю рисочку 63 сантиметра. Это те сантиметры, которые попадают под стандартный размер лифта вот в каких-то старых домах. Лифт должен быть или 63 самый узкий, или же шире. В новых новостройках он обычно уже сильно шире. Вот. Ну, бывают исключения, вот в Питере, в Сталинках там как-то вживляют лифты, там они вообще полметра, трындец. Ну, в общем, не об этом. 73 сантиметра у нас длина люльки, ширина 30 сантиметров, полноразмерная нормальная люлечка. И производитель заявляет максимальный вес ребенка, который выдерживает эта колясочка, 17 килограмм. Не 15, не 22, а вот именно вот 17 килограмм. Не знаю почему, но из опыта хорошая, надежная коляска выдерживает, мне кажется, и больше спокойно вес ребенка, поэтому за это не парьтесь. Вот, давайте посмотрим на люлечку сначала. Хочу посмотреть, чтобы вы на козырек. Козырек здесь вот таким вот образом, таким действием у нас регулируется, состоит из трех вот таких вот секций. Они между собой, вот видите, пальцы я могу просунуть, соответственно, вот так вот разделены, но есть уплотнительный материал, который не дает, чтобы продувало. Все окей. Ну и плюс, какой продувало в кожзам, его невозможно продуть. Дождь, что угодно, вытерли и вперед. Соответственно, бампер у нас используется в люльке, тот же используется и в прогулочном блоке, это он же, позже покажу. И вот такое вот небольшое приспособление. Это у нас такой бортик, чтобы ребенку меньше задувало внутрь. Накидочка у нас тоже сделана из эко-кожи на люльке. Соответственно, тоже плотная, не продувает. В общем, с этим все окей. Так, давайте заглянем внутрь. Вот, собственно, как она у нас внутри. Материал, точнее говоря, не материал, а расцветки внутреннего колорпака, вот этих вот матрасиков и в прогулку, и в люльку, вы можете выбирать независимо, ну, на текущий момент пока еще так можно, не знаю, дальше будет так или нет, но коричневого вы можете выбрать другой цвет, вот внутренней начинки. Очень хорошо смотрится бежевый в горошек, очень круто сочетается, кстати, с коричневым, мне лично очень нравится. Вот, собственно, у нас люлька, ножки 4 штуки есть. В общем, нормальная полноценная люлька, которой, в принципе, хватает даже для холодных регионов. Поэтому не переживайте за это. Так, давайте я сейчас сразу же переделаю ее в прогулочный блок. Это же у нас получается магия прям. Все здесь необычно сделано. У нас тут по краям есть распорки, которые, так мне легче будет это делать, вот так вот, которые растягивают люльку и не дают ей складываться. Я их сейчас вытащу, и мы с вами ее начнем переделывать в прогулочный блок. Снимаем козыречек. Вот таким образом он снимается. Люлька, видите, она теперь может вот так вот плющится, в общем, без проблем. Соответственно, берем с вами прогулочный блок.
Вот видите, колорпак, о котором я говорил, матрасик, он может быть в принципе любого цвета. Нам нужно этот прогулочный блок сейчас с вами открыть. Он на замочке. Видите, он как матрешка, один из другого. Все, так открываем. И берем, просто-напросто вкладываем туда вот эту вот раму. И после чего просто закрываем. И получается, сама люлька у нас служит каркасом для прогулочного блока. И нам не нужно думать, где его хранить, что с ним делать и тому подобное. Поэтому вот все. Как по мне, инженеры, кто это все придумал, красавчики. Избавили от проблемы, как хранить, что с этим делать. Вот, и получается вот такая вот стильная конструкция. Одеваем. Вот, кстати, можете посмотреть сразу регулировку по наклону. Здесь три положения, собственно, и все. Так, возвращаем сюда обратно козырек. Козырек тот же, что и в люльке. Одеваем. Вот так. Здесь хвостик на липучке. Тоже закрываем. Вот этот хвостик, он закрывает у нас сразу и ручку. Так, и возвращаем сюда бампер. И наверняка сейчас, раз уж вы смотрите обзор, значит, вам эта коляска интересна, вы, скорее всего, эту колясочку в большей степени видели именно вот в таком исполнении, как с прогулкой. Она так более узнаваема и необычная. Ну, естественно, блок реверсивный, можно и по ходу ставить, и против хода ставить, естественно. Вот. И очень красиво. Я лично считаю эту коляску очень красивой. Единственное, вот на мой вкус, черный матрасик я бы здесь поменял на бежевый в горошек. Очень круто смотрится с этим вариантом. Ну, по цветам, конечно, там уже вариантов много, но в наличии на самом деле далеко не всегда все есть, потому что коляска такая достаточно дефицитная, ее так легко не найти. Вот, собственно, с прогулочным блоком все с вами разобрали. Бампер, ремни пятиточные, мягкие накладочки везде, нормальный матрасик. Кстати, опция есть вообще в ассортименте для прогулочного блока. Вот здесь у нас же эко-кожа, тоже все. И там есть такая вот черная пластиковая или резиновая, я уже не помню, вставка, чтобы ребенок не корябал ногами, соответственно, сам блок. Ну, жалко, она просто такая вот классная, дорогая вещь, и хочется ее сохранить. Соответственно, ручка у нас тут регулируется в куче положений, поэтому ну, любой рослый и невысокий родитель подберет высоту для себя вообще без проблем. Из особенностей хочу сразу подметить, здесь, видите, багажник, он выполнен из двух секций. Одна секция вот с такой крышечкой у нас спереди, и одна секция вот с такой вот крышечкой сзади, и здесь задним багажном отсеке есть еще дополнительный вот такой мешочек. Вы можете туда что-то положить и закрыть, если это вдруг что-то, что может намокнуть и тому подобное. Это решит проблему. Колеса у нас здесь просто резиновые, они не надувные. Тормоз нажимаем сверху и еще раз нажимаем сверху, разблокируем и блокируем одним и тем же нажатием сверху. Очень-очень круто. Передние колеса, естественно, у нас с возможностью блокировки, куда без этого. И что еще? Ну, в принципе, здесь все. Так, давайте я ее сложу. Но сразу вам скажу, лучше всего складывать эту колясочку без прогулочного блока. Потому что нежно, уж очень нежный вот этот материал. Если мы будем складывать об асфальт, ее можно черкануть, еще что-то. Тряпки так, скажем, не рвутся и не царапаются, как вот об асфальт эко-кожа. Просто если вы здесь надрыв сделаете, ну все, уже прям очень-очень жалко будет. Поэтому берем просто, убираем аккуратно прогулочный блок и складываем у нас колясочку вот таким образом. И после чего
Здесь есть ручка, которую просто, соответственно, вот так берем и поднимаем. Блок можно оставить здесь. Ну, смотрите сами. В общем, ее технически вообще можно сложить с прогулочным блоком, но я бы, наверное, это лучше делал отдельно или за редким исключением, если вот другого варианта у вас сейчас нету. Кстати, на эту колясочку достаточно часто проводятся очень интересные акции. И, например, вот сейчас идет на нее очень-очень вкусная цена. Поэтому, если вы откладывали покупку, то очень рекомендую пошевелиться. И в первой коляске сейчас они есть в наличии, достаточно много вот на складе. И можно успеть ее взять прям прилично дешевле, чем она стоит обычно. Вот. Кстати, по амортизации забыл вам показать. Сзади посмотрим. В общем, у коляски такой средний плавности ход, назовем его так. Я бы не назвал ее какой-то очень плавной, очень жесткой. Такой среднячок, который вот золотая серединка. Хватает для города, но иногда хотелось бы чуть-чуть помягче, честно говоря. Ну, в принципе, окей. Вот. По большому счету, по-моему, все, что я хотел вам рассказать, я рассказал. Дождевик, кстати, еще будет идти в комплекте. Ну да. Все. И зимний пакет покупается он отдельно. Я вообще на этот бренд ссылку вниз в описании кину. Там почитайте, можете посмотреть все вообще возможные аксессуары, которые можно приобрести. Ну и, соответственно, тоже заказать. Вы, кстати, можете заказать, если у вас еще в выборе еще какая-то коляска есть, курьер привезет две, и, соответственно, на месте уже дома выберете. Ну а я, собственно, все, что хотел вам рассказать, рассказал. И мне добавить уже больше нечего. Если вам вот вы запали на эту колясочку, то сейчас самое время на самом деле шевелиться. Мое мнение, цена, качество на текущий момент вообще очень хорошее соотношение. И плюс такого внешнего вида на рынке вообще почти ничего нет. Кроме клонов, копий вот этой же коляски, которые там со 100 метров можно с этой перепутать. Ну, подходишь, уже видишь там прям. Фу. Вот, собственно, и все. Я хочу лишь пожелать вам сделать хороший, грамотный выбор коляски для вашего ребенка. И пока!